В 2020 году в столице благоустроят порядка 90 парков. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. РИА Новости по заявлению заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова сообщает, что в 2020 году программа комплексного благоустройства в столице затронет около 90 парковых территорий. Также планируется благоустроить 7 пешеходных зон и 3477 дворовых территорий. Продолжаются работы по установке архитектурно-художественной подсветки, которую установят еще на 10 объектах. Петр Бирюков добавил, что к 2023 году планируется полностью благоустроить столичные набережные протяженностью около 200 километров. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!